на рыбалке классные, комфортные. И их становится больше. Я считал все те объявления, которые появились, а их больше 12, это которые за 100, больше 100 тысяч рублей и выше. И на этой ноте я все-таки решил опять выставить свой домик на продажу. Ice House. Повторяюсь, не потому что он мне не нужен, а потому что я хочу сделать еще несколько домиков, заработать много денег на откатных воротах по основной деятельности, по деятельности Забор Маркет, поставить кучу ворот. Цель поставлена за этот сезон поставить 30 ворот, изготовить, забетонировать, подключить, все сделать под ключ, и тогда мне хватит денег, чтобы изготовить и запустить бизнес в следующем сезоне, а еще купить снегоход. Так что, ну все, мы подходим. Я сам не знаю, я сейчас боюсь, очкую. Что там? Это первый конденсатор, где можно спуститься. Есть тропинка. Здесь мы зимой рыбачили. О, кто-то есть. Так что будем тихо. Будем тихо. Все, пока. Потом включусь. Первый раз такая ситуация. Отойдем подальше. Постараюсь уйти чуть-чуть дальше. И не мешать рыбаку. Кто-то тоже пришел. Не знаю, здесь закинул. Что у него там закидушка какая-то. Не буду тревожить. А мы с вами просто уйдем дальше, чтобы никому не мешать. Я так-то офигел. Зимой вода. Никогда не думал, за 40 лет, ребят, как здесь я живу, ну чуть больше даже 40, всю жизнь, что здесь так можно. Почему я говорю 40? Потому что почти 10 лет прожил в Екатеринбурге. О, здесь тоже можно было бы спуститься. Я думаю, мы здесь остановимся, приготовимся и начнем закидываться. Там бутылка какая-то плавает. Но там что-то привязано. Как бы не сетка, конечно. Так, ребят, рыбачить будем на удочку Микадо. На спиннинг Микадо. Тест я уже забыл. Так, по-моему, так, длина 2,10. До 15 грамм. Тест до 15. 3,15, по-моему. Катушка. Что-то она у меня не крутится уже. Ребята, она у меня замерзла, прикиньте. Да ну нафиг, как так? Все, я, короче, приехали. Ну все, нарыбачились. Как так? Что-то заклинило. Реально. Все, ребята, нарыбачились. Прям нарыбачились. Я прям не могу прокрутить ее. О, блин, что-то было. Я думал, она замерзла. А, слава, аллилуйя. Я думал, она замерзла. Нет. О, я боюсь, что она все-таки замерзнет. Ребят, так классно. Пахнет весной. Деревья тут. Вода журчит. Ветра нет. Как днем был ветер. Прям сильнющий ветер такой.
Ну, вы видели, наверное, да, там ветрогенератор крутился. Короче, сегодня... Вот это засада, там что-то вывалилось. Ладно, зажигалка, не страшно. Вот это фейл. Надеюсь, больше ничего не вывалилось. О, вот это жопа. Чувствую, меня сегодня подстерегают всякие приключения. Прям не могу. То ли потому что сам весь боюсь. Так, будем ставить резину сегодня. Поставим сейчас пока самую маленькую рыбку. Вот эту, я думаю. Оснастка называется Джик-рик. Ну, тот же джик-рик. Так, сейчас мне надо тоже разобраться. Короче, ребят, я весь очкую, весь дрожу, весь боюсь. Я вообще уже... Меня задрало это все уже. Так. Я пока говорю вам все это, сам весь, уже весь изволновался. Волнуюсь я даже, наверное, больше потому, что... А вдруг получится? Все, сейчас будет первый заброс. Ну, катушка, да, реально крутится плохо. Так, делаем первый заброс. Так, все, вымотали. Вымотали. Так, где баллон? Где баллон? Так, брызгаем силиконом. Ждем чуть-чуть, чтобы пропиталось. Потому что, чтобы леска не намокала. Так, вот тут фейл. А тут фейл. Зачем так? Так, вот видите, как волноваться плохо. Так. Вот. Вот. Вот что значит зиму не порыбачить. Первый заброс. Первая ракушка. И больше ничего. Ладно, что? Кидаем дальше. Ребят, я уже надел капюшон. Это третий заброс. Первое кольцо уже почти забилось. Опа, нифига, опа, нифига, видели? Охренеть, ребята, это была поклевка. Это поклевка, это реально окунь. А, да ну на, не хочу. Да, да, нет, да, ребя. Да ну нафиг, класс. Класс, ребят. Я поймал первую рыбу. Так, ты постой. Ребята. Увидели. Блин, это невероятно. Это невероятно. Еще такая ярая поклевка. Прям вообще отработала. Она как летом так и не клюет. Я не верил в это. Не получилось. Класс. Заберем его с собой. Угощу маме. Маминых кошек. Блин, я так рад. Такого у меня еще никогда не было. Я благодаря вам пошел за этим контентом и поймал рыбу. Первую с третьего заброса. Я думаю, сейчас наловлю. Я уже не верил. Спасибо. Ну вот такая, ребят, рыбалочка получилась.
была одна поклевка. И это было здорово. Это было прям счастливо, счастье при счастье. Потому что сколько сегодня не кидал, но это была одна единственная рыбка. Это было классно. Как я ей радовался. Как я ей радовался, что я поймал на летнюю удочку зимой маленького, но такого дерзкого окуня. Воу! Ну все, ребят. Кому понравился мой день, пойду домой, завалюсь на диван и буду отдыхать, смотреть чужие видео про рыбалку. Может быть, распечатаю бутылочку пива. Ну все, всем пока. До новых рыбалок. А по спиннингу еще, да, хотел сказать, что, видимо, в следующий раз я попробую прийти в солнечную погоду. Возможно, нужно солнышко для активности рыбы. Потому что как только солнце село, клев перестал. Ну все, я в следующий раз опять попробую. Мне понравилось.